Шлемей. Доброе утро. Рав, товарищи мировой клин. Он говорит, что свет хасадим выше знания, и только там есть благословение. Да. Непонятно. Так что же мы сейчас делаем, когда мы учимся? Мы стараемся во время учебы думать об исправлении, чтобы между нами пребывал свет хасадим, и чтобы мы нашли в нем благословение. Как можно получить свет хасадим во время учебы? Вот началось утро. Как привлечь свет хасадим? И что происходит, когда нет света хасадим? Какой тогда свет? Мы стараемся быть связанными, объединенными вместе и давать высшему свету пребывать в нас и исправлять связи между нами. Наше объединение, чтобы мы были подобны свойству Творца, самому первому ближнему к нас, к нам. Как вам кажется, когда, как вы думаете, мы начинаем получать свет хасадим? Есть он? Уже есть свет хасадим, или мы все еще его не достигли? Мы же находимся в нем, но еще не чувствуем его. Потому что, исходя из наших свойств, мы еще не отождествляем себя с ним, не находимся в нем подобии, по свойствам. Как вам кажется, когда это начнет? Когда это начнет происходить по-настоящему? Что мы должны поменять в нашей учебе? Пусть каждый потребует от себя прийти частным образом к свету хасадим. Что сделать с действием? Какая суть действия, максимальная суть? Ну, вот как-то вы приводили такой малиновый шарик, к примеру. Какая точка, которую нужно коснуться, чтобы почувствовать свет хасадим? Точка объединения между нами и заботы каждого обо всех. И тогда это можно достичь? Да. Спасибо.